Здорово, сегодня такой эксперимент будет. Значит, хочу стенку, вот старые, наверное, у кого, у вас еще, может быть, у кого-то дома остались, да, у кого-то уже на даче перевезены старые стенки, вот эти вот эмалированные. Ну, не эмалированные, а лаком покрытые, такие вот, как раньше, помните, были, да, там в 80-х, 70-х годах, вот, которые доставали по огромному блату, по дефициту. Вот. Все ходил-ходил вокруг нее, точнее, не ходил, а вот была мысль. Вот в голове интересный. Вот бы полирнуть стенку, но вот стенка не попадалась. Наконец-то нашел стенку в одной квартире. Предложил попробовать ее полирнуть. Будем полировать ее первым номером пасты 3М и полировальной машинкой. А также мне очень повезло. В этом же доме находился старый холодильник. Ну как старый, годов, наверное, там 90-х. Он до сих пор исправный, но он корпус его, вот дверки, да, они были беленькие. А сейчас они, ну, там замотовили, там, да, исцапались, их там мыли там несколько раз. В общем, это тоже штука не блестит. Давайте попробуем это все полирнуть. Будет какой-то эффект. Это стенка и два, это холодильник. Пошли попробуем полирнуть. Что получится из этого, я Вот не она, знаю, конечно. красавица, стенка старая. Такая вот она. Помните, наверное, да? Вот, гардероб. Помните, да, вот так вот он открывался. Вот, так вот. Ты Финиша. очень да, хочешь? В общем, смотрим. Некоторые предложения. У нас немножко разные вот эти поверхности, но это, мне кажется, так и было. Хотя, кто его знает. В общем, ладно. Вот сейчас смотрим на отблеск. Вот, отблеск от окна ловим. Вот места такие, да, есть, как бы вот. Тут и какая-то и грязь или что это, замоталилости какие-то. Начинаем полировать вот это место правее от этой ручки. Вот примерно будет вот этот вот пятачок. Вот. Вот здесь вот мы прослеживаем уже. Плохо вам видно, а я вот вижу вот такие борозды горизонтальные. Это проседание лака, скорее всего, от времени просто уже. Вот, возможно, так просто было сделано. Вот это, скорее всего, доска не родная у этой стенки. Вот, у этой стенки еще вот такие вот латуневые ручки. Сейчас такого уже не делают. Сейчас в лучшем случае железо, наверное, да? В худшем пластик. Ну, в общем, попробуем полирнуть вот это место. Ну да. Вот оно. Вот так блестит. Пробуем. Так, вот наша паста, 3М-овская белая паста. Чуть-чуть берем. Сюда вот, да, где я хотел. Вот так вот наносим. Вот Ты паста. руками прям мажешь? Да. А ты Вот возьми эту полировальная красивую. машинка. Ну и попробуем. Но если честно, я результат особо не вижу никакой. То есть, да, она стала чище. Вот смотри, да, какое в ней отражение. Вот, например, по сравнению вот с верхней, да, но верхняя такая более А матовая. верхняя грязненькая по отношению к этой, да? Да. Вот. Я все А протянул. вот где этот Вот глазок горит, туда не нажимай. меня видно. А то выдавишь или испортишь совсем его. Хорошо. Ну, в общем, не знаю. Такая она. Так, вот он наш Здесь холодильник. снимать надо, да? Да, сейчас снимем. Вот он видно, да? Не блестит совсем. Вот такой вот он. Ужасный. Здесь, да, хорошо видно. Его помыли этим самым, как он называется, комотом. Комотом, да, его помыли? Что? Че, его комотом терли? Или Ой, не пемолюкс? знаю, Пемолюксом терли этот его? Артем Понятно, постарался. понятно. Сейчас попробуем Он отполировать его. сжег этот Ну, покрытие. да, его исцарапал. А, нет, Он уже не слушай. будет блестеть. Тут, наверное, даже... Это что такое? Это не магнитик нифига. Это как что-то намертво приклеившееся. Вот это магнитик. А это, я не знаю, это должен тоже магнит. Ой. Это не Ты магнит, приел, это что ли? какая-то хреновина. Ладно, я разберусь. А, вон, Я магнит. разберусь. Вот он должен быть, я даже не знаю, то ли его сожгли. Магнитола, Ладно, будем магнитола. пробовать. Да, не все потеряно получается с холодильником, смотри. Опа. Оп.
Тоже площадь как по крылу, да? Да, нет, тут даже как, ну да, как Даже хорошее больше. крыло. Вот так вот идет, 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 и опа, перестало. Идет, идет, идет. Опа, перестало. Так, холодильник. Полируем холодильник. Так вот он Вообще выглядит. огонь. Во. Еще раз смотрим. Но это я так только легенько-легенько. Так вот, оп. Полируем холодильник. Вот отблеск. Не, не поймать мне на нем отблеск. Наверное, вот так вот, да, лучше поймать. О. Как его поймать-то, господи? Ну чё, красота. Все, отполировался холодильничек издалека. О. Ручки снял, под ними подполировал. Ну да, здесь, к сожалению, скольчики на нем есть. От времени все-таки он не новый. Пыли, грязи много. Сейчас всю пыль соберем. Ну, в общем, и все. Холодильник полирован. Надо его протереть сейчас. Тут на нем запила есть. Каюсь, запилил ребро. Очень тонкий слой краски практически. Ее здесь нету. Ну, в общем, как-то так. Кстати, полирнулась даже вот эта вот пластмасска. Вы видите, как заблестела? Но краска очень тонкая, очень капризная. Недаром ее попортили чистящим средством. Очень неприятная краска. Не чета автомобильной. Но, тем не менее. По поводу стираемости, она никудышная. Царапается от малейшего прикосновения. Не знаю, почему так, хотя это Электролюкс, но тем не менее. Все, хозяин доволен. Подопытный холодильник уцелел.